Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Вот и открытие. С 30 мая по Астраханскому мосту уже едут первые машины. 5000 кубометров в день на Окской очистной водостанции в Дядьково появится 3 новых скважины. Только мир. Расскажем об основных изменениях законов в июне. Рисовать хоть в 90. В Рязани открылась выставка Павла Никонова. Событие, которого ждали, если не все, то многие автомобилисты. В Рязани открыли движение по Астраханскому мосту. Многие маршруты возвращаются к своей старой схеме движения. Их список вы видите на своих экранах. Вот только остановки общественного транспорта пока что будут находиться на прежних временных местах, сообщает сайт администрации города. Дали дорогу и пешеходам. Для них обустроили тротуар со стороны почтовой. Работы на стороне цирка продолжаются. Напомню, срок сдачи объекта – 31 июля. На Окской очистной водостанции в Дядьково появятся 3 новых скважины, одну из которых уже пробурили и готовят к подключению к общим водопроводным сетям. С ее вводом в эксплуатацию дополнительно будут подавать 5000 кубометров артезианской воды в день. Чистая вода в кранах рязанцев для городского водоканала сегодня вопрос принципиальный. 3 новые скважины на Окской очистной водопроводной станции в этом смысле серьезное подспорье. Ежедневно отсюда водопровод подает 45 тысяч кубометров артезианской воды. После завершения строительства проекта добавит еще 5. На данный момент ведется бурение 3 артезианских скважин. На данный момент 3-я скважина пробурена на 160 метров. Это Каширский горизонт. Вот. Строительно-монтажная работа подходит к завершению. То есть скважина, в принципе, готова к эксплуатации. Каширский горизонт – это 160 метров вглубь, почти 1000 кубометров воды в сутки. Две остальные скважины уйдут глубже, на 250 метров. После окончания бурения здесь установят мощные погруженные насосы, а уже отсюда чистейшая вода будет смешиваться с речной из Оки. И после комплексной очистки через станции второго подъема ее подадут в городскую распределительную сеть. Все серьезно. И настрой водоканала улучшить качество, и заявленные проектные мощности 5000 кубометров воды плюсом, ну и, конечно, финансирование. 29 марта 2021 года был заключен государственный контракт на строительство, определена подрядная организация. Стоимость строительства данного объекта 22,3 миллиона. Объект строится по программе, федеральной программе «Чистая вода». Значит, федеральных денег 21,2 миллиона, 600 тысяч идет из средств областного бюджета и софинансирование из средств города. Ожидаемые сроки окончания бурения всех 3 скважин и подключение к сети – конец июня. Впрочем, одну из них запустят уже совсем скоро. Первыми прочувствуют вкус свежести жители Дашков, Соколовки и улицы Циолковского. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 31 мая в России, как и во многих странах мира, проводят День без табака. Сегодня рассказывают о вреде курения и подсказывают, как сделать первый шаг к ведению здорового образа жизни. В Центре общественного здоровья в понедельник, 31 мая, состоялась пресс-конференция, посвященная акции «Лето без табачного дыма». В Рязанской области она проводится с 2010 года. За это время в ней приняли участие более 2000 человек. Более 700 человек отказались от данной пагубной привычки именно благодаря нашему мероприятию. Это достаточно огромные цифры для нашего региона, и поэтому акция ежегодно увеличивает обороты по количеству отказавшихся и участвующих в акции. Поэтому мы надеемся в этом году при поддержке, конечно, СМИ, что мы не упадем в показателях и, наоборот, будем их наращивать. Старт акции «Лето без табачного дыма» уже дан. С 1 июня будет организована информационная кампания. Она состоится в основном в образовательных и медицинских учреждениях. А с 15 по 25 июня пройдут дни открытых дверей в кабинетах отказа от курения. В рамках данной акции в 18 кабинетах медицинской помощи при отказе от курения и на мобильных площадках службы медицинской профилактики будут проводиться тестирования желающих отказаться от курения. Будет функционировать горячая линия помощи отказа от табака.
Успешные участники, которые отказались от курения в ходе акции, ценные призы и подарки от спонсоров, а также самый главный приз – здоровье, красоту и прекрасное настроение. С 3 по 11 августа участники смогут пройти повторное обследование в кабинетах отказа от курения. Именно тогда на основе полученных результатов будут подведены итоги. Победители по традиции ожидают абонемента на бесплатное посещение бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Только мир, меньше серых сим-карт и штрафы для иностранцев. Эти и другие законы вступают в силу с 1 июня. В следующем материале подробнее расскажем о том, какие изменения нас ожидают. В июне истекает последняя отсрочка, которую давали пенсионерам, чтобы перейти на карты МИР. С июля банки не смогут переводить пенсии и ежемесячные выплаты на карты Visa и MasterCard. Сама отсрочка переносилась трижды, причиной тому стала пандемия. Пенсии же наличными по-прежнему можно получить через Почту России самостоятельно или ее принесут на дом. Сохраняется и возможность получать выплаты на банковский счет, к которому никакой карты не привязано. Другое изменение в законе тоже касается карт, но уже не банковских. С начала июня все компании должны будут привязывать корпоративные сим-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг. Сейчас компания может зарегистрировать любое количество корпоративных карт на себя без привязки к конкретному человеку. Иногда эти сим-карты потом незаконно распространяют или используют для телефонного мошенничества. Новый закон и вводится для того, чтобы изменить ситуацию. То же самое и с автомобильными штрафами. Теперь иностранных автоперевозчиков будут выпускать с территории России только после оплаты штрафов страны. Если деньги не будут уплачены за то время, которое отводится на прохождение таможенного контроля, то перевозчик должен будет покинуть пункт пропуска и остаться в гостях. Есть июньские продуктовые изменения. Например, цифровая маркировка сыров и мороженого станет обязательной. Раньше она проходила в добровольном порядке. А до конца августа из страны запретят вывозить гречку. Эта мера направлена на сохранение необходимых объемов продукции на отечественном рынке цен. В июне также заканчивается эксперимент по маркировке минеральной воды. Ее ввело государство для борьбы с контрафактом фактом и фальсификатом. Маркировка позволяет отследить жизненный цикл товара от производства до его продажи в магазине. И еще один важный закон июня касается пчеловодов. Важный он потому, что его не могли принять много лет. Во-первых, теперь пчеловодов должны предупреждать о готовящейся обработке полей не позднее, чем за 3 дня. Именно обработку полей пестицидами и агрохимикатами Минсельхоз связывает с массовой гибелью пчел в 30 регионах страны в 2019 году. Во-вторых, с июня на каждую пасеку должен быть оформлен ветеринарно-санитарный паспорт. Для лечения пчел запретят использовать лекарственные препараты, которые не зарегистрированы в России. А в-третьих, пчеловоды смогут получать поддержку государства и местных властей. Это только часть важных изменений законодательства в июне. Об остальных мы расскажем в следующих выпусках программы «День города». Валерий Седов, телекомпания «Город». В Рязани завершился конкурс детского рисунка под названием «Счастливое детство». Он был организован объединением многодетных семей, общественным советом отцов, Рязанским региональным отделением Национальной родительской ассоциации при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Анжелики Евдокимовой. 13-летняя Ирина Микаилова рассказывает членам жюри про свой рисунок. Здесь она читает сказки младшим брату и сестре. Рисунок называется «Счастливое детство». Можно я обращу внимание? У нас в основном все рисунки красками, карандашами. У тебя очень необычные техники, да, карандаша? Да, я не очень люблю разукрашивать свои рисунки. Рисунок Ирины Микаиловой стал одной из 147 работ, присланных на конкурс детского рисунка, который так и называется «Счастливое детство». В нем участвовали дети от 2 до 8 лет. Номинации разбили на 3 категории – до 7 лет, от 7 до 13 и от 13 до 18 лет. Это действительно была труднейшая задача – выбрать, чей же рисунок лучше. Они все лучше. Как признались члены жюри, скидок на многодетность родителей или особенности здоровья участников не делали. Работы оценивали только по паре критериев – раскрыты ли темы и качество исполнения рисунка. Такие работы необыкновенные. Просто смотришь и понимаешь, что детей у наших самое счастливое детство. Без приза не остался никто. Победители получили Яндекс-станцию, занявшие вторые места ушли домой с портативными колонками, а на руках бронзовых призеров теперь красуются умные браслеты. Все работы участников можно посмотреть в группе ВКонтакте. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В художественном музее открылась очередная выставка, на этот раз именитого современника Павла Никонова, представителя суровой живописи. Автор отпраздновал 90-летие в прошлом году, но почтенный возраст не мешает ему продолжать творческий путь.
Павел Федорович Никонов родился 30 мая 1930 года в Москве. Войну пережил вместе с семьей в эвакуации на Урале и уже после войны окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Павел Никонов – один из главных художников оттепели, плеяды мастеров, привнесших в изобразительное искусство обновление живописного языка, положившее начало суровому стилю. Хочется вообще начать с человека, с личности, с глубины личности, с какой-то энергетики бешеной, которая в человеке есть, она там гнездится, она прорывается посредством искусства. Вот у Никонова это изобразительное искусство. Он, конечно, невероятно сильный человек по своей внутренней энергетике. Это очевидно совершенно. Поэтому его работы, они несут вот эту информацию, эту нагрузку о его внутреннем мире, о его внутренних переживаниях каких-то, внутренних оценках окружающего. Никонов был участником знаменитой выставки «30 лет Московского союза художников» в 1962-63 годах в Манеже, на которой его картина «Геологи» стала одной из главных мишеней критики. Вот этот период, 50-40-е годы, нас окружало такое искусство, официально, которое просто никак не вязалось со всем, что мы знали о том, что у нас так делается. А знали мы благодаря тому, ведь это не показывалось ничего. Вот мы сейчас ходили по вашему великолепному музею, потрясающему просто, я об этом обязательно скажу немножечко попозже, и вошли в залы 20-х годов. Сейчас это все можно увидеть. А было время, когда это все было запрещено. В начале 1970-х годов художественная критика отметила начавшиеся изменения в творчестве мастера, обратившегося к деревенской теме. Деревня Алексина Тверской области явилась для Павла Федоровича прибежищем и местом, где стала возможна смена творческих ориентиров. В 2020 году Павлу Федоровичу исполнилось 90 лет, но он остается активным участником текущего художественного процесса, пребывает в непрестанном развитии и поиске. Выставка «Живопись наблюдений», посвященная 90-летию Павла Никонова, состоялась в выставочных залах Российской академии художеств в Москве. Она объединила около сотни полотен, созданных автором за последние 20 лет. Часть работ с этой выставки, более 30 произведений живописи и графики, впервые экспонируется в залах Рязанского художественного музея. Выставка будет работать до 1 августа 2021 года. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. И еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.